Всем привет! В эфире программа «Мое утро» и с вами Константин Химичев. Начнем с международных новостей. В зоопарке Лима празднуют День черепахи. 23 мая отмечают Всемирный день черепахи. Животное символизирует мудрость, богатство и долголетие. В зоопарке перуанской столицы Лимы виновниц торжества одаривают цветами, которые те с удовольствием поедают. Это чтобы повысить осведомленность об уменьшении видов черепах. Сейчас в разных частях мира есть 300 разных видов, но их число быстро сокращается. Зачем их сохранять? Потому что каждое животное – важная часть экосистемы. В вольере зоопарка более 40 черепах разных видов. Это, например, вымирающая желтоногая, которую еще называют зубчатой. А это старичок с Галапагосских островов. Сенсону уже 150 лет. Многих из этих животных спасли от смерти. Большинство найденных нами черепах кто-то держал в качестве домашних питомцев, или же их выбросили в парке. Люди просто оставили их там. Наш зоопарк заботится о них. Всемирный день черепахи учредили 19 лет назад по инициативе Американского общества спасения этих животных. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме гибели черепах из-за соседства с людьми. Больше всего этим присмыкающимся угрожают потеря среды обитания, ее загрязнение, а также браконьерство. А для тех, кто старается следить за собой, попробуйте парную тренировку для плоского живота. Сегодня мы покажем наш любимый комплекс на пресс, который выполняется в паре. Не теряем ни минуты и приступаем. Самым честным способом определим, кто качает пресс первым. Готово? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграла. С радостью прокачаю пресс первой. Хорошо, хорошенько держи меня за ножки. Ноги поднимаем наверх. Пятки тянутся в потолок. Поясница у нас тянется к полу. Колени прямые. Ваша задача хорошенько толкнуть ноги своего друга вниз, не жалеть. И потом в конце словить. А друг должен остановить за секунду до пола ноги и поднять их обратно. Готовы? Вместе с нами. Поехали. 3, 2, 1. Раз. 2. Посмотрите, Женя, не забывает про дыхание. На выдохе. Выдох. Еще. Хорошенько толкаем. Не жалеем своего партнера. Сколько там уже, Женя? Последний раз. И к себе. Колени обнимаем. Помогаем. Отдых. 4, 3, 2, 1. Продолжаем. А следующее упражнение у нас для косых мышц живота. Почти все то же самое. Держим своего партнера крепко. Ноги наверх. И мы кидаем ноги партнера в диагональ. При этом возвращаем обратно через центр. И в другую сторону. Таких мы делаем 10 раз. Обращайте внимание на поясницу. Она должна быть максимально прижата к полу. И каждый раз на подъеме делаем выдох. Готовы? Поехали. Раз. И. Два. Три. Четыре. Дышим. Пять. Шесть. Семь. Сильно кидаем. 8. 9. И последний раз. Отлично. Прижали, потянули, дали прессу отдохнуть. Ну а теперь усложняем наш комплекс. Женя, готова? Готова. Пятки по-прежнему тянутся наверх. И рисуем пятками круг по воздуху. И возвращаем ноги в исходное положение. Итак, готовы? Поехали. И раз. Наверх вернули. 2. Не спеша. Вернули. 3. Главная задача ваша – нарисовать круг. 4. Чередуйте стороны. Тогда будет гораздо эффективнее. 5. 6. Не забываем отдавать усилия. 7. 8. Дыхание. Дыхание помогает. 9. И последний круг. 10. Хорошо.
Расслабляем мышцы живота. Отдыхаем. И продолжаем дальше. Продолжаем нашу пресс-прокачку и следующее упражнение – ножницы. Толкаем вначале одну ногу, вторую и плавно поднимаем ноги наверх. Повторяем то же самое с другой ноги. Вниз, вниз, зафиксировать на одну секунду и плавно поднять ноги наверх. 10 раз, готовы. Вниз, вниз и раз. Вниз, вниз и два. Каждый раз не забывайте фиксировать ноги. И не забывайте, что нужно их менять. Если вы вначале опустили правую, то затем левую. Осталось все 4 раза. Вниз, вниз и обе наверх. Вниз, вниз и обе наверх. Не забывайте, что на опускании вы делаете выдох, и на подъеме вы делаете вдох. Отдыхаем. Вытаскивайте своих друзей из-под одеяла и тренируйтесь вместе. Как приготовить кукурузу за 3 минуты? Самая нормальная еда – это мясо. А теперь рецепт мяса по-французски. А сейчас рубрика «Идеи для жизни». Давайте узнаем, как сделать вазу из бутылки своими руками. Внимание всем девушкам! Топ-3 стильных образа специально для вас. Вы попадали в ситуацию, когда, придя домой после сложного дня, вспоминали, что договорились провести вечер с друзьями?
Вам нужно быстро собраться и надеть что-то особенное, а времени почти нет. Чтобы одеться со вкусом, совсем не обязательно тратить много времени, а процесс выбора одежды может приносить удовольствие. В сегодняшнем ролике мы покажем, как за считанные минуты создать 3 необычных образа, которые сделают любой ваш выход запоминающимся. Для этого отлично подойдут вещи зеленых оттенков, а в особенности драгоценного изумрудного. Он прекрасно сочетается с классическими белым, серым, черным, палитрой нюд. Благородно смотрится с глубоким синим и нежным небесным. Даже из простых базовых вещей можно создать интересные образы, сыграв на цветовых акцентах и фасонах. Первый образ – темно-синие джинсы скини в сочетании с топом насыщенного зеленого цвета. Цветовым акцентом образа станут босоножки на танкетке ярко-кораллового цвета. Второй образ более женственный. Мини-юбка изумрудного цвета в сочетании с простым белым топом. Отличный вариант для свидания. Мы дополнили образ классическими лодочками в оттенке нюд. Но если вас ожидает приятная встреча с подругами, как у нашей героини, то сделайте выбор в пользу нарядного, но не слишком вычурного образа с юбкой и блузкой зеленых оттенков. Мы дополнили образ все теми же бежевыми туфлями и маленькой черной сумочкой кроссбоди для самого необходимого. Да, то, что нужно. Не бойтесь пробовать новое. Помните, что зачастую не нужно выбирать между тем, чтобы одеться со вкусом, скоростью создания образа и удобством. Надоела однообразная обувь. Давайте посмотрим, как выглядят оригинальные летние кеды. До свидания, с вами был Константин Химичев, бодрого настроения, но не переключайтесь, смотрим мультфильм.